Всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. С вами на связи, как всегда, Евгенич. И находимся мы в Farming Simulator 2020. Прямо сейчас, ребята, мы направляемся в местный магазин продавать муку, которую мы успели произвести. Друзья, как вы поняли из превью, мы находимся на карте Балдейкина. Уж очень давно я хотел поиграть на данной карте. И вот, наконец-то, ребята, у меня такая возможность представилась, чему я очень сильно рад. Карта действительно стоит внимания, поскольку здесь как минимум 7 производств. Давайте я вам сейчас все это покажу. То есть на карте действительно есть чем заняться, друзья. Я здесь сделал небольшую сборочку, ну, скажем так, для себя. Ребята, говорю сразу, карта приватная, поэтому ссылки на нее, скорее всего, не будет. Но есть возможность, скажем так, получить, опять-таки, кошмак, который я снимал в прошлом ролике. Соответственно, давайте мы, друзья, наберем 80 лайков, и я предоставлю вам, опять-таки, на сутки ссылку на карту кошмак, которая была в прошлом ролике. Тем временем, ребята, давайте посмотрим карту. Здесь, ну, как можете видеть, действительно очень много чем можно заняться. Куча вот точек продажи, прям действительно глаза разбегаются, когда видим данную карту. Здесь даже есть, по-моему, вот курятник, чуть левее по центру, да. И также вот пастбище для овец, ну, коровник и так дальше. Вот, то есть, друзья, я уже предварительно вот протестировал, скажем так, производство муки и производство палет. Также занимался карьером, то есть вы привозите бензин на карьер и можете, собственно, производить гравий. Вот, немножко пофиксил некоторые производства, потому что, ну, они очень много, скажем так, давали продукции, какое-то читерство получалось, но тем не менее, ребята, очень прикольно. Также, помимо этого всего, ребята, я добавил новые текстуры культур, скажем так, немножко освежил их. И плюс ко всему добавил новое небо. Вот можете наблюдать, да, действительно небо смотрится очень эффектно, ребята. Очень красиво смотрится. Ну и также стоит отметить, что я добавил сюда ворон, поскольку их здесь попросту не было. С воронами как-то мне поатмосфернее, что ли, играть. Вот мы сейчас выезжаем из нашего Балдейкина. Также давайте вот посмотрим технику, которая у нас здесь находится. Давайте сейчас все-таки доедем до магазина, продадим. Вот, сделал, ребята, я здесь сборочку небольшую, чисто для себя, как ранее уже сказал. Вот, есть и приватная техника, есть и общедоступная. Ну вот как-то так, давайте сейчас все-таки поденем. Как-то тяжеловато этому МТЗ-80 тащить данный прицеп, хотя, ребята... Я тащил данный прицеп, там было очень много палет, трактором Т-25. Вот, и он как-то более, скажем так, проще, что ли, тащил его. Так, продали мы нашу муку. Давайте посмотрим по технике, что у нас еще в нашем арсенале имеется. Так, вот такой вот Т-150 на гусеничной основе. Тоже прикольная модель, я на нем уже ездил. Так, давайте дальше посмотрим. Вот такой КамАЗ, ребята. Будет у нас сегодня такой блиц-обзор данной карты. Не хочу сильно затягивать ролик. И я вам также, ребята, покажу прохождение данной игры. Что мы успели сделать, как мы здесь играем. Ну и как всегда, в принципе, вы все это прекрасно знаете. Вот такой КамАЗ, ребята. Внутри тоже красиво все. Вот, все работает. Дальше давайте посмотрим. Есть вот такой атмосферненький, ребята, Дон. Комбайн-дом действительно атмосферный, потому что, ну, видите, он старый, да, но, тем не менее, в рабочем состоянии. Есть, ну, вот такая солома сверху, видно, что только с поля, вот. Для начала, для старт-пака его себе поставил, дальше уже купим себе, не знаю, какой-нибудь вот кейс хочу приобрести. Поставил сборочку, вот, Excel Flow 4WD. Ну, будем, как говорится, уже по мере прохождения играть на данной технике. Ребята, также посмотрим обзор данной техники. Все это будет ближе к концу ролика. Ну а ты, друг мой, ставь лайк этому видео, обязательно подписывайся на канал. И, опять-таки, если хочешь получить карту кошмак, которая была в прошлом ролике, то набираем 80 лайков, и я даю данную карту на сутки. Поэтому дерзай, мой друг.
can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across